17 уровень, пожарная служба. Так, смотрим, открываем, первый есть. Так, типа светофор. Допустим. Так, с другой стороны. С другой стороны нельзя. Это пока зеленый горит. 6532. Эй, а надо открыть снова. Так, здесь что у нас? Кружочки. Так, здесь у нас красные. Взяли какую-то детальку. Так, а там тогда у нас что? Просто угадать треугольник, треугольник, квадрат, квадрат, кружок, кружок. А, просто, понятно, и в хаотичном порядке можно было. Так, третий есть. На крыше что-нибудь? Да, на крыше один сидит. Пьет кока-колу. Лимонад. По-любому лимонад. Так, здесь у нас что? Аптека. Здесь просто крутим. Не просто крутим. А рисунок. Так, 6532, это мы уже водили. Так, а вот у нас светофор, кстати. Только здесь ничего не горит. Им надо его сначала как-то включить. Ну да ладно. Так. Что у нас здесь? Под гидрантом сидел. 19. Есть цифра 19, ключик. Так, а здесь у нас эти наши кругляшки. Так, а ключик у нас. Вспомнить бы где. Если мы вообще находили где он. Где-нибудь что-нибудь. По-моему, и не находили. Так, хорошо, у нас еще два где-то. Вот у нас дверь. Все-таки, скорее всего, видели. Так, сейчас. Нет. Я на электричество включу. Так, ну по идее вот так. Как здесь. Да, нам не подойти. Либо что здесь? Желтый. Крутить нельзя. Так, скорее всего, сначала надо включить. Как то? Здесь вроде как желтенькая, но нельзя навести. Очень интересно. Так, цифра 12 нам видна. Мы можем, надо как-то по порядку, наверное. Так, а может здесь... А, не крутится. О, понятно. Так, красный. То есть первый у нас идет вот так.
второй так, третий зеленый. Ясно. 18 уровень, кинотеатр. Забираем. Так, цифра 5. 6, 4. Так, хорошо, 2. Еще как-то крутить надо. Так, красный забираем отсюда, ставим сюда, где-то желтый-красный, ладно, не все желтые. Так, забираем синий, это сюда, это сюда. Забрали. Так, смотрим, что у нас на крыше. Куда-то можно светить. Наверное, сюда надо светить. Или нет? Ну, вряд ли куда-то туда. Скорее всего, сюда. Вот, наверх выставить. Светит. Так, теперь ко второму перейдем. Делаем то же самое. Хотя я не очень уверен, что сюда надо. А, надо сначала раскрыть. Сначала надо раскрыть. Так, что он? А, вот теперь у нас появились. Теперь мы знаем, куда нам надо. Что? Какая-то деталь. Так, четвертый есть. Так, где-то есть подсказка. Не совсем подсказка. Так, здесь много. Здесь 6 звездочек. 6 углов. Так, и 4. Так, сюда. Пока ничего не можем положить. Вторая деталь. И что нажать? А, вот это покрутить. Так, пока крутим, показывает. Хорошо, 1, 2, 2, 1. Забрали 6. Так, здесь у нас есть название, видимо, надо как здесь. Мондо. Мондо. Так, взяли. Сюрикен. Так, 7. Еще осталось вот здесь у нас что-то есть. Вместе с фрагментом. Так, а эти как-то надо соединить где-то. Здесь, наверное. Раз, два, так, еще, наверное, пару частей должно быть где-то. Так, ищем. Вот здесь деталька. Суть еще одна должна быть. Ладно, пока.
пока эту засунем. А, нет, все. Так, еще один. Так, здесь у нас опять светофор. Ну, это, видимо, просто так. Так, где мы не были? Там все сделали. Вот здесь, по-моему, не были. Да нет, что-то мы здесь крутили. Так, вот он сидит. Я загадку ищу. Он просто сидит в мусорке. 19 уровень. Строительная площадка. Так, пока не нажимается. Тоже пока ничего. Так, здесь нужен ключ. Каски. Так, наверное, здесь можем теперь открутить. Так, первый есть. Так, у нас теперь здесь. Наверх, вправо, вверх, вверх, влево. Так, электричество есть. Должны вытащить. А, не то. Хотя нет, почему нет? Может, просто рановато пока. Сюда надо, видимо, что-то нацепить еще. Так, второй. И сюда треугольник должен встать. Квадрат. Так. Так вот. Все, закрыли. А нет, забрать все равно можно. Здесь у нас этот, здесь у нас квадрат, здесь у нас кружочек. Ну, можно было как-то проще это все решить. Так-то. Да, чего-то здесь, видимо, не хватает. Привет, шофер. Ключ копать. Так, здесь он что? Вниз, вниз. А, вот так вот. Так, 5 нашли. Ключик. Где-то была дверь. Так, здесь у нас что? Местами. Хорошо. Ключ. Забрали. Так, а где нам копать надо? Наверное, здесь сначала раскопать надо. Возможно. Нет, нет. Так, вот у нас есть магнит. Магнит. Все, отлично, теперь можно наверх. Поднимаем. Привет. 8. Так, лопата. Ну, видимо, здесь 9. Там, где у нас последний. Может быть. Так, может, опять день спрятался просто. Пока не вижу.
Где он может быть? Серьезно? То есть я везде ищу, а он вот тут сидит? Я случайно на него нажал. 10-й. 20-й уровень. Небоскреб. Так, здесь я так понимаю, как-то так. Так. И вот так. Там здесь что-то было. Лампочка. Так, что-то опустили вниз. А, это он все вниз ушло. Так, какая-то крючок 7. Кружочек. Так, вот этот. Цифры 7 тут нету. Кружочек. Так, и 7. Так, нужна монетка. А это что? Так, одного нашли. Ладно, пока, наверное, уходим обратно вниз. Это у нас... Так, какой-то кружочек. Туда его и надо. Нет, здесь монетка нужна. Так, ладно, пока поднимаем наверх. Пока здесь что-нибудь разгадаем. И... А еще крутить надо. Третий. Так, вот у нас четвертый. Пятый. Так, кружок. То есть их надо поменять местами. Квадрат. Шестой. Уже два каких-то глазика. Так, здесь нам лампочку надо воткнуть. Так, это у нас как работает? Меняется местами. Так, хорошо, здесь нам нужен кружок. Так, вот все-таки глазики были. Так, берем и ключик. Так, нет, не туда ключик. Тоже монетка нужна. Так, 26612. Так, ладно, это если что, вернемся. Пока не знаю, куда это. Так, здесь просто деталька. Так. Открывается наверх. А вот у нас есть одна монетка. Так, хорошо, если мы ее сюда кинем. Нам желательно ее наверху, конечно, кинуть. Может, она выползет обратно.
А, ну да, она потом вернется, скорее всего. Так. Что здесь, значит, 2-6-1. Разница в чем? Ну, допустим, 2-6-1-2. Так, видимо, наверное, сначала двойка, потом второй номер, третий ноль, третий номер ноль, нет, двойка, 8, и четвертый 7. Да, подошло. Так, а нам вернут? Нет. Монетку не вернут. Так, к сожалению, не вернули. Нам бы она понадобилась. Есть ключ. А вот там такая монетка нужна была. Да тогда все нормально. Так, переходим там наверх. Так, кидаем. Интересно, куда тебя? Так, вот, походу туда. Забираем. Ну, вот здесь снизу как раз таки ключ. Сразу оба здесь.